на сайте холодильник.ру купили холодильник Beko, холодильник двухкамерный. Заказали его 22 января, 25 его уже привезли. Максимально быстрая доставка. Холодильник имеет черную лицевую сторону, серые боковые стороны. Холодильник оснащен инверторным компрессором. Он практически бесшумный. И что приятно сегодня удивило, оказывается, у него еще есть плавный пуск. Вот, так что не будет его слышно даже при запуске. Морозилка имеет регулировку от минус 18 до минус 24 градуса. Верхняя камера имеет регулировку от плюс 1 до плюс 8 градусов. Есть супер заморозка еще. Холодильник также оснащен функцией Harvest Fresh. Это свет синий-зеленый, красный. Загорается по очереди и сохраняет витамины у фруктов и овощей. В этом отсеке также регулируется влажность. У холодильника 4 полки. Еще один отсек для молочки и колбасных изделий. У холодильника есть ролики, по которым он ездит, поэтому ящики закрываются легко. Полочка для воды, для бутылок с водой. No Frost, не надо размораживать ни морозилку, ни верхнюю камеру. На двери 4 полочки. Морозилка имеет 3 ящика. Есть свой вентилятор. И, кстати, есть тут светозвуковая сигнализация. Так что дверь не забудете закрыть. Холодильник очень красивый. Цена-качество. Рекомендую.